Привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. У Ромы Гриценко не получается нормального общения с Лизой Триандафилиди после возвращения девушки на поляну. Лиза признается, что у нее отвращение к парню из-за его обмана и предательства. Ведь он говорил о симпатии ей, а сам влюблен в Ольгу Бузову. К Лизе заново присматривается ее бывший Алексей Чайчиц. Он считает, что у них могут получиться отношения вновь. Когда-то Лиза изменила Алексею, но о содеянном она уже не раз пожалела. Ну а Чайчиц очень нравится Полине Лобановой. Такого мужчину, пишет она, хочет видеть рядом с собой любая девушка. Достойнее Лёши на данный момент на проекте нет. Ольга Рапунцель недовольна подарками от Димы Дмитренко. Как вы помните, Дима отправил на поляну подарки Ольге. Он приобрел для будущей дочки коляску и кроватку. Рапунцель же верит в приметы, и она предупреждала мужа, что не хочет делать такие покупки заранее. А на острове любви Саша Шева присматривается к Кевину Кузнецову. На фотографиях, которые публикуют участники, они часто вместе. Татьяна Мусульбес пишет о том, что очень полюбила проект. «Раньше я кричала, что хочу уйти, а сейчас все наоборот. Я переживаю и стараюсь сделать так, чтобы остаться подольше». Многим интересно, чем занимаются Захар Соленко и Лера Фрост, которые недавно покинули проект. Ребята активно рекламируют товары и услуги в своем микроблоге. Захар, например, рекламирует бизнес-форум, на который он приедет лично и будет общаться с теми, кто хочет научиться бизнесу. Также он записывает танцевальный трек вместе с Тимуром Гарафутдиновым. Свадьбу своего бывшего супруга прокомментировала Рита Марсо. Она сказала, что организация мероприятия – это явно не женин конек. Очевидно, что Рита считает его безответственным и никудышним мужем. «Саше надо брать все в свои руки», – сказала Рита журналистам. Шокировала своим поведением Вика Романец. Недавно она вместе с Антоном Гусевым прогуливалась по магазинам, и в сторис появились кадры, на которых Вика ухватила Гусева прямо за причинное место. Антон сказал, что законная супруга имеет право на такие шалости. Жена Степана Менщикова опубликовала пикантные фото. Многие подписчицы Евгении считают ее поведение неприемлемым. Степан и Евгения до сих пор не расторгли брак. Они смогут подать на развод, только когда их младшая дочь Варя отпразднует первый день рождения. Татьяна Кирилюк рассказала о своих успехах на телевидении. Она считает, что является идеальной ведущей, потому что общительная, хорошо держится перед камерой и у нее есть опыт журналистской деятельности. Татьяну не приглашают в гости на Дом-2, потому что она негативно высказывается об Ольге Бузовой, о ее разводе с мужем. Она считает ее плохой женой. Как вы помните, Никита Кузнецова и Дарина Маркина занялись бизнесом. Они украшают воздушными шарами различные мероприятия. Многие считают, что Дарине стоило бы выбрать более скромные наряды для рекламных фото. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.